Здравствуйте, это программа «Репортер», я Алексей Коноплев. Сегодня приглашаю вас на всероссийское застолье. Будем гулять так, что рекорд установим, а еще попадем на съемки фильма «Горько». Затягиваем застольную и понеслась. Это не свадьба и не празднование новоселья. Это даже не проводы лета, но целый микрорайон стал эпицентром застолья. Песни-сердючки, накрытые столы и бесплатная еда. Самарцы не стали задавать лишних вопросов и сразу уселись пировать. У нас микрорайон ключи. Крутые ключи всегда, все вместе все делаем. Так что мы привыкли, что у нас всегда все общее. Всегда все вместе. Столы накрыли не без повода. Создателям фильма «Горько 2» захотелось попасть в книгу рекордов России. Как и в фильме, они решили собрать суперзастолье. Сразу в 6 городах России созвали гостей, а между ними постоянно велась онлайн-трансляция. Так что любой мог почувствовать себя участником огромного всероссийского застолья. Приятных лиц веселых всех приглашаем на премьеру. Мы старались. Надеюсь, вам понравится. Но любителей вкусной еды и безгранично рекордной халявы ждал большой подвох. Аппетитные блинчики, вареники и пироги были нарисованы. Скатерти с изображением вкусных блюд – трюк киносоздателей, так сказать, бутафория для съемок. Участникам акции объявили – они не только вошли в рекорд, но и попали в кино. Кадры застолья будут использованы в сиквеле комедии «Горько 2». Самарцы ничуть не расстроились. Паштет, анчоусы и кетчуп вполне устроили голодную публику. Мне кажется, клевое мероприятие, весело, первый раз такое вижу. Но мне нравится. Одной из фишек праздника стал конкурс на самую хлебосольную семью. Правда, самарцы его провалили. Ни один гость не пришел на застолье с собственным домашним угощением. Организаторы обижаться на людей не стали и устроили кулинарные поединки. Вот тут-то гости и показали себя во всей красе. Сборная у нас тоже не отстает. Сколько выжималки тоже. Одним из гостей праздника стал представитель книги рекордов России. Его слов все ждали, затаив дыхание. Еще бы, одним человеком меньше, и рекорда как не бывало. В городе Самаре у нас результат составил 227 человек. Другие результаты сейчас у нас объявятся из Москвы. Рекорд был зафиксирован. 4612 человек по всей России повеселились за счет создателей фильма. Как говорится, наелись, напились и в кино попали. Широка душа русская, а застолье на Руси еще шире. Главное, чтобы повод был благой. Ищите такой и собирайте столы в ближайшие выходные в своем микрорайоне. Не забудьте позвать репортера, и тогда я сниму кино про вас. Увидимся завтра. Пока.